К другим темам. Буденновск скоро сможет претендовать на звание спортивной столицы края. Сразу три крупных спорткомплекса появились в городе в этом году. Два из них уже принимают спортсменов. Один только готовится к открытию. А сегодня там открыли новую площадку. Мария Гнездилова с подробностями. На спортивной площадке мастер-класс от юных танцоров. Хорошо, что под ногами покрытие самое лучшее, антискользящее. Так началось торжественное открытие нового спортивного объекта в Буденновске. Я нас всех, буденновцев, поздравляю с новой площадкой. Я хочу, чтобы наши дети были здоровы. На самом деле, чтобы у них было будущее. А если будет у них будущее, то у нас, у их родителей, будет все спокойно на душе. С праздником вас! Это универсальная спортплощадка. Здесь есть и футбольное поле, и баскетбольные кольца. Рядом современные тренажеры. Эта площадка – пример удачного партнерства правительства края и социально активного бизнеса. Быстро и легко работать там, где есть общие такие цели и общее понимание. Вот введение таких объектов, как сегодня эта площадка, как в будущем наша Лукоморье – это как раз-таки и есть то самое главное, когда нам вместе удается построить и достичь многого. Между тем, уже осенью в Буденновске появится новый спортивный комплекс с бассейном, тренажерными залами и ледовым катком. А значит, город смело сможет претендовать на звание спортивной столицы региона. Мария Гнездилова, Ставропольское телевидение.